Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dead Space Extraction. Это уже пятая, по-моему, серия по счету или четвертая. Нет, по-моему, пятая. Ну, короче говоря, мы своей дружной компанией в предыдущей серии в лучших надеждах прибыли на Ишимуру, но оказалось, что там все еще хуже, чем на колонии. То есть бардак в полном объеме, но с корабля вообще никуда не убежишь, как вы знаете. Поэтому наши герои теперь думают, как выбраться уже с корабля. Направляются к мостику. По дороге их заметили какие-то непонятные товарищи и оглушили. У вас необычные показатели. Все показатели зашкаливают. Давайте уберем оттуда. Я разбужу твоих друзей. Одевайся. Ух ты, блин, левее чуть-чуть. Во! Хорошее начало серии. Подожди, это же... Это Мишель? Да, точно, она, смотри. А, Николь, да, Николь. Я помню, как ее зовут. Это девушка Айзека. Как чувствуешь себя, Нейт? В порядке. Немножко... так себе. Что произошло? Это больница? Карантин вообще-то. Охрана сказала, что нашли тебя в инфицированной зоне. Инфицированный? Так вы это называете? Не волнуйся, вы чисты. И скоро все вообще пройдет. Эккарт, что-нибудь нужно? Я в порядке. Дай минуту. Супер. Мистер Эккарт, вы в порядке? Черт. Расслабься, это моя вина. Просто нужно подождать. Подождать? Как долго? Несколько часов. Или пока инженер снаружи откроется. У нас нет нескольких часов. Никто не придет на помощь. Инфекция здесь, как на колонии. Нигде не безопасно. Но небольшая инфекция же. Маленькая. Доктор, тела там кругом валяются. А что насчет вентиляции? Это путь наружу? Теоретически, да. Но я бы не рекомендовал. Мы тут с наружной стороны корабля, и один неверный шаг, и вы выйдете в открытый космос. Риск того стоит. Так, ты слишком слабый. Ты доктор. Дай ему что-нибудь. Хорошо. Если будет слабость или видение, это тебя восстановит. Костюм надень, на случай, если не туда свернешь. Волнуется. Лексин, похоже, прикипело уже к Макнилу. Ой, к Макнилу же? Консоль снаружи этой комнате. Как найдешь, со мной свяжись. В одиночку туда, наружу. Да ты издеваешься, а Вейлер-то чё? А, Вейлер в карантине пока, да? Ай, не успел. Успел. Эккарт, помоги. Так, доктор, лексин здоровья. Я бы не выпустил из карантина, если бы не уверена была насчет нее. Да я в порядке. Даже моя голова теперь уже не болит. Не волнуйтесь насчет меня. Да, ну куда ты полез, ты Макнил? Совсем сорви голова. Так, ну в туннелях лучше огнемета ничего нет. Темная игра, на удивление. Ой-ой-ой. Это что за хрень была? Паучки какие-то, что ли?
Так, я так чувствую, нам придется в открытый космос вылезти, потому что что-то совсем уже все. Но, блин. О, слышите шепот? Опять пошло-поехало, похоже. Айзека, надо сказать, не так, конечно, клинило. Хотя тоже слышал время от времени. Кто-то рядом. Да, блин, как от вас уворачиваться вообще? Да, я вас вообще не вижу. Да, ну и жизни вроде не отнимает. Просто беспокоящий враг такой. Так, ладно, спокойно. Сам на это подписался. Супер. No one is safe here anymore. Me and Vikram are headed for the escape pod now. I'm sorry to abandon you like this, but we don't have any other choice. Как говорит, это почти прочтете, передайте капитану. Здесь нигде не безопасно. Ой-ой-ой, давай вперед пошел. Плевать, что он там говорил. Давай, 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 братюнь. Ой, ой, что-то сзади совсем все плохо. Да, глючит не по-детски. Нравится? Да, блин, все равно, смотри, хоть одна. Блин, опять приглючило. Так. Хорошо. Нахапал. Нулевая гравитация. Детектив, это Никол. Где ты? Zero-G-терапия. Hurry. Мы в зоне гравитационной какой-то терапии. Николь спросил у нас, как дела. Так, куда двигаться-то? Сказал, что Веллер несчастлив тем, что ему приходится в карантине до сих пор быть. Блин, да что ж такое? Летят гадости. Ох, какая ты пакость. Так, все. Фу, так, ладно. Почти дошли, по-моему, да? Вон, идет еще одна гадость. Две. Три? Да вы издеваетесь, что ли? Давай, 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 давай. Фу, ладно, нормально. Нормально. Погнали уже. Помню это место. Вот это точно помню. Было в оригинальном Dead Space. Так, гравитацию включили. Да хватай. Плазмокатор уже на полную. Блин, как мне его взять?
МакНил. Нейт, ты добрался? Хорошо слышишь с этой безопасности. Там должна быть консоль. С помощью нее ты сможешь открыть. Ой. Когда мне говорили, что можно не туда свернуть и попасть в открытый космос, я не думал, что это будет так буквально. Так, ладно. Блин, там приколюха была, я назад уже, похоже, не вернусь к ней, да? Не успел ее взять. Ой-ой-ой. Детективы в порядке? Мы слышали грохот. Да, что-то ударило корабль. Я в порядке. Но тут разрыв. Консоль в порядке. Пытаюсь открыть дверь. Давай, давай, давай. Блин, да? Да не вертись ты, ёлки. Ой, так, опять погеморроиться придется. Ах, скотина. А я так понял, она меня током шарашит, да, за ошибки? Нехорошо. Так, давай налево повернись, налево повернись. Давай, 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 хватай. Ох, наконец-то. Так, добро пожаловать к Ушимуру. Это я даже переводить не буду, это было в оригинальной игре, по-моему, дословно. Так, тихо. Да, глючит. Вижу, вижу. Так, все, нет. Ты посмотри. Кислород кончается. Нужно другим путем пойти. Мы подождем тебя. Тут вообще темно. Так, здесь нам пригодится огнемет опять же. Посмотри, МакНилу все хуже, да? Пошло, поехало опять. Ты потерялся, детектив? Похоже, что да. Я тебе перезвоню, как найду место, которое знаю. Так, направо пойдемте. В прошлый раз пошли налево, и в результате курган сделали. Ой, оттуда крики идут слева. Хорошо, что мы направо пошли. Начинает отстреливать челноки. Ну, то есть спасательные капсулы. Не знаю, с чем это связано. Посоветовали всему персоналу двигаться к этим капсулам. Какая же темная игра, а? Я вот даже сейчас с фонариком нифига не вижу. Ну это не фонарик, ну вы поняли. Еще кто-то там, по-моему, шевелится. Да, блин. Все равно, а? Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Давай, давай, давай. Патронов хотя бы хватает.
Так, отлично. И я вижу что-то, что-то приятного цвета. О, ёлки, офигеть! Хватай, хватай. Давай вот без этого, пожалуйста. Давай, до свидания. Смотри, без головы. Это МакНил. Как дела? Все в порядке, Уэллер? Спасибо, что спрашиваешь. Я в морге. Это недалеко. Жди там. Мы к тебе придем сейчас. Морг. Морг — это хорошо. Я люблю морги, как вы знаете. Что ж вы делаете-то? Не, в наушниках вот даже такие вещи могут напугать меня, впечатлительного такого. Я аж подпрыгнул. Фу. Да, блин. Откуда вы беретесь-то? Есть. Фу, порвали меня, порвали. Да хватай ты. Так, ну ладно, вон наши идут. Нейт! Нейт, слава богу, ты в порядке. Пора прекращать так встречаться. Поверь мне, морг — это последнее место, где я хотел бы находиться. Ты все еще хочешь поговорить с капитаном? Черт. Он мертв. Господи, как это произошло? Без понятия. Что произошло с теми... Все пустые улетели. Can we please move on and discuss this elsewhere? Давайте двигаться. Мистер Эккард прав. Let's go through to ER. Пойдемте в отделение скорой помощи. Короче, он говорил об эвакуационных капсулах. Они просто пустые, все выстрелились в космос. Я их назвал эти, поэтому поясним. Мишель с нами, значит? Пока что все, кто лишние были в нашей компании, помирали. О-о-о. Все лучше и лучше. Да, блин. Перри, ты здесь? Как последний раз спал? 24 часа назад. Я же не могу всех оставить. Много здесь людей. На корабле много всего происходит. Это странно. Я его час назад стабилизировал. Ты думаешь о том, о чем я? Похоже, что ушло. У нас еще пациенты есть, я пойду проверю. Ну, как обычно. Лексин, со мной держись. Фу, живы. Ну, не все.
Идут. Так, все отлично. А ты, вы не успокоитесь, что ли, совсем никогда? О, хорошо получилось. Так, мы же, говорит, не можем пациентов бросить. Ой, будь здоров, спасибо. О, ну тут пациенты, какие нафиг пациенты? Господи. Так, может мне зато хоть что-то хорошее будет. О! Это что за пушка? Какая-то для починки. Давайте мы ее возьмем вместо вот этого. Да, блин. Хватай ты, хватай! Не хочешь ни в какую. Так, я не помню, как она стреляет-то? Куда они все ушли? Николь, потише. Ой, они в вентиляциях. Кто они? Вроде спокойно все. Ой, елки. Не надо было ему в пузо стрелять. Ладно, вроде нормально. Ты живой еще, что ли? Что-то отстойная пушка какая-то. Ну, я про все пушки так вначале говорю. Ладно, вроде неплохая. Все, уехал. Слишком поздно. Открыть огонь. Так, ладно. Всех сжечь. Давай, давай, давай. Уходим нафиг. Пора валить, пора валить. Да, открывай, ёлки-палки. Открывай. Так, убери, говорит, это... Ну, короче, вот это надо убрать, да. Фух. Напряженно было. Пойдем. В ту сторону у нас комната охраны. Время пришло. Надпись на стене. Нравится? Не против них эта пушка. Она их не расчленяет.
Так, ну хорошо. Это что было? Не хочу выяснять. Идите туда, мы забаррикадируемся тут. Ты же не будешь меня еще раз током давить? Ты о чем говоришь вообще? Да хватит прикалываться, давайте дверь. Все заело. Так давайте, исправьте. Так, понял, все, понял. Сейчас будем, короче, баррикадировать. Причем по-быстрому нужно. Ааа, блин. Ой-ой-ой-ой. Фу, справился. Sir, we have to get to engineering. Our team is responding to an emergency call there. I'll stay. If things are this bad everywhere. Я здесь останусь. Если все будет плохо, люди сюда пойдут. Так, вы с ней оставайтесь и забаррикадируйтесь. Мы, Макнил, пойдем в инженерную комнату. Хорошая идея. Дексин и я тут останутся. Что? Нет, капитан мертв. Корабль полон этих штук. Я не буду здесь просто сидеть и ждать смерти. Я с тобой пойду. Ладно, будешь обузой. Ну и я, значит, пойду. Две обузы. Так, ладно, давайте поезд найдем. Это, по-моему, глупо брать с собой двух непрофессионалов, которые будут просто лезть под ноги. Вот, вот, ты наконец-то, блин, я тебя нашел. Тебе я поставлю вместо вот этой штуки. Она мне не очень понравилась. Плазмокаттер. Как же я тебя ждал. Фу, в первый раз в этой серии померли. Где поезд? Они по расписанию. Должен быть здесь. Судя по этому, нет. Смотри. Внимание персоналу. Через 30 минут восстановит свою службу, короче говоря. Что до этого времени делать? Пойдем. Не так далеко. В темноте? Да и ты издеваешься. Пойдем, Экхарт. Невероятно. Сам напросился. Да. Чё, где опять? О-о-о. Ох, плазмокаттер, как я по тебе скучал. Хватай. Ладно. Ты думаешь, Николь будет там в безопасности? Судя по тому, что происходит, я бы ни на кого не поставил. Ты же не думаешь, что это маркер все делает? Эй, тебя не было в колонии последний месяц. Никогда такого не видел. Ты юнитолог? Нет. Я просто говорю, не похоже на то. Он сказал, если бы мы не нашли эту штуку, то ничего этого бы не произошло. Так, ну что, интересная была глава, мне понравилось. Хотя экшена было многовато. По-моему, экшен становится слишком много. Но ладно, я готов это пережить, и я рад, что вам не приходится переживать этот экшен, потому что он не самый увлекательный. История примерно такая же, как в первом Dead Space. Там сюжета вообще не было, но зато геймплей был очень крутой. Здесь наоборот. Геймплей очень такой так себе, а вот сюжет очень крутой, и за ним натурально с интересом следишь. Мне натурально не безразлично, что произойдет с этими персонажами, я к ним уже привязался. Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока.